Всем приветики. Я хотел бы вам показать медали и удостоверение моей бабушки, которая ныне уже покойная, к сожалению. И вот они хранятся здесь еще с советских времен. В такой вот коробочке вот ее удостоверения всякие. Вот. Ну, начнем с медалей. Получается, вот это у нас медаль. С такой вот звездой и гербом за 15 лет безупречной службы вооруженных сил. Вот так вот она выглядит. Вот эта медалька такая первая. Ну, я не знаю, как там их выдавали, какая первая, какая вторая, но это просто мы их смотрим в таком порядке. Он с 17 по 17 год, по 78 год за 60 лет вооруженных сил. Это за безупречную службу, а это просто за то, что исполнилось 60 лет вооруженных сил, и ты как бы был в этих вооруженных силах. Вот с 18 по 78 тоже. Есть как бы такой сабля с карабином перекрещенная. Вот. Такая вот медалька. Да, потом еще что идет. У кого-то, кстати, на груди это все висит. У ветеранов они же ходят, и у них так вот все висит. У кого-то 5, у кого-то там 25 медалей. Там два такие солдата с 1918 по 1968. Это за 50 лет вооруженных сил. Такие вот медальки. Потом еще, ну вот это вот было на рукаве обычно. Такая застежка, ну, рукав закрываешь, такая застежка с таким вот, с такой звездой, с серпом и молотом. Ну, так вот она смотрится, что у меня свет пропал. Все, я восстановил свет, вот так вот она, как в советское время. Обзор на советские всякие эти медали, и как советский свет пропадает. Но он тогда что же пропадал? Здесь что-то написано. Мосштамп. 89-й. Вот так вот. Тоже такая вот была Мосштамп. Да. Потом такие вот штучки были, это, по-моему, на погонах где-то или где. Такие, типа, якорь с крыльями орла и звездочкой. И уже молот и ключ. Тоже куда-то закручивались. Это как, ну да, как на погонах где-то были. Такие вот два значка. Ну, здесь еще были такие гаечки. Вот, потом что? Такой значок. Ударник коммунистического труда. Потом еще один такой же значок. Вот прям точно такой же, да. Да, два значка одинаковых. Дальше идут удостоверения. Готов к труду и обороне. Так, сейчас я закрою. Да, тут, наверное, что я могу показать. Наверное, могу год показать. Вот. 81-й. В 81-м году выдавали.
Вот. Сейчас. Вот так-то. Готов к труду и обороне. Так, сейчас что тут еще можно показать, чтобы так вот. Короче, да. Так вот. Там такое удостоверение. Ударник коммуналистического труда. Ну, вот как раз и значок к этому прилагается. Удостоверению. Ну, кстати, да, вот оно. Картинка и реальность. Вот оно. Да. Потому что там еще можно показать. Вот так, наверное. Войсковая часть, 76-й год. Так, вон. Потом, что, где-то здесь еще было... А, да, вот здесь получается вот такое удостоверение. Ветеран труда. И здесь прямо в удостоверении подколота еще медаль. То есть у нее могло бы уже на груди быть вот эти три медали. Это четыре, там еще есть пятая. Или где, или тут пятая, да. Плюс вот эти. Короче, да. А вот это там должно быть. Вот такая медаль. Короче, у нее могло бы быть пять медалей на груди. У бабушки. Ну да, она ветеран была. Такая. Ветеран труда. Кстати, красивая. Как новая. Она реально... Ну, вот эти, наверное, носились, потому что они такие вот... Ну, видно, вот уже такие потемнелые. А эта не носилась. Она все такая красивая, такая светленькая. Вот. За долголетний добросовестный труд. Она реально красивая, новая так. Она просто реально новая. Хотя ей сколько уже лет. Но сейчас мы посмотрим, когда ее выдали. Она реально просто новая. Даже подколота. Вот здесь вот такое. Ну вот, картинка. И мы только что видели реальность. Кто-то только на картинке видит, а я вот в реальности. Ну вот здесь она еще шла с таким вот описанием. Кто такой ветеран труда? Где тут фокус был лучше так поймать? Вот. И когда ее выдали? Приказом генерал-майор. Вот так вот, наверное, как показать? За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР. Вот. Ветеран труда. Генерал-майор там был. 92-й год. Вот так. Да, так что... Ой, ой-ой-ой, все полетело. Выпало с рук. Так, это я показывал, да? Так, сейчас так все покажу случайно, так. Потом, что к знаку. Удостоверение к знаку, то есть к знаку. Такой красивый знак. Выдается удостоверение. То есть не то, что ты его там где-то нашел, а это твое. Вот такой вот знак. 78-й год. Кстати, тот 92-й год выдали. Вот этот, который красивый. Вот. Вот так вот он выглядит. Ну, красивый. Достаточно. Даже сколько лет прошло? 78-й год, а сейчас 2024-й. Это прям столько времени. Так, сейчас покажу.
78 год выдали 4 ноября 78 года. Награжден знаком. Наверное, приятно было получать такие знаки. Еще и с удостоверением. Оно, кстати, тоже было подколото. Вот. Но я его отколол, чтобы показать, то, что оно, ну, так красиво выглядит. Вот это все как бы медали моей бабушки. То есть она могла бы вот так вот ходить в медалях. Таких. С такими вот знаками, с этим всем. Ну, это, ну да, у нее два таких значка было. Ну, это на руке там где-то было, это где-то на погонах, да. И еще где-то там у нас вот такой могла бы носить. Короче, пять медалей и два значка. Так вот, бабушка была у меня такая вот вся, старалась как бы. Вот. Ну, а теперь осталась такая вот память о бабушке. Собственно, я и хотел вот поделиться вот такой вот памятью, показать, какие вот медальки у меня дома хранятся о бабушкина. Да. Вот. Ну, собственно, на этом все. Могу еще по... Да, можно было, конечно, со вспышкой снимать. Жаль, что во время съемки нельзя включить вспышку. Было бы красивее. Вот. Ну, собственно, а на этом все. Всем покедова.